Призываю бойца Сидьму, ему 28 лет, рост 179 сантиметров. Вес составил 77,6 килограмма. Профессиональный рекорд. 5 побед, 4 поражения. Базовый стиль ММА. Он из города Душанбе. Республика Таджикистан. Джамшед Ганиев. Его соперник красного углу, ему 31 год. Рост 181 сантиметр, вес составил 79 килограммов ровно. Профессиональный рекорд. 4 победы, 3 поражения. Базовый стиль. Боевое самбо. Он из города Санкт-Петербург. Столица Северной России. Никита Северов! Ну что ж, Джамшед Ганиев у нас выступал в разных промоушенах. ACA Young Eagles у него пока только один бой, он проиграл его сдачи. Два поединка провел в УФ, один выиграл, один проиграл. И три поединка он выиграл в промоушенке Колизей Fighting Championship. Одну победу одержал нокаутом, остальные приемами или решением судей. Ну, итого 5-4. Последний бой тоже Джамшед выиграл. Ну, 77 килограмм. Начал он хорошо, такой жесткий левый боковой у него получилось завести. И вообще, видимо, хорошо он уверен в своей передней руке. Мало кто может сильно бить с передней руки, у него получается. По крайней мере, на одном эпизоде мы это видим. А, ну вот, кстати, и в ответ. Про Никиту Северова мне вспоминается следующее. Есть у меня такой замечательный товарищ Стыгер Семенов, который в свое время, кстати, 8-0 в одну калитку разбивал одного в боевом самбо, одного действующего чемпиона UFC. Не будем раскрывать, чтобы никому обидно не было. Но, тем не менее, замечательный боец, спортсмен Стымир Семенов из Москвы. И вот он про Никиту Северова очень комплиментарно высказывался, то, что это очень большой мастер борьбы, работы в куртках. Вот. И, соответственно, действительно, мы понимаем, что по-другому для человека уровня МСМК быть не может. Другой момент, что все-таки борьба в куртках и борьба без куртки – две большие разницы. И насколько получается у него адаптировать технику, вот пока все-таки открытый. Однако вот на попытке рычаголовки сейчас Никита. И кто знает, может быть. Вообще, по-хорошему, позицию бы. Ну вот, кстати, есть улучшение позиции. Треугольник здесь действительно делается. Он довольно сложно делается, но делается. А вот сейчас за всех сил готовит. Там и узел плеча делается, там много чего интересного вообще происходит. Там куча разных нюансов, потому что сейчас он душит, грубо говоря, с одной стороны, а надо душить с двух сторон в этом самом треугольнике. Ну и бьет здесь очень ничего много. Ничего себе! Да. Это количество должно было перерасти рано или поздно в качество, что и случилось. И очень классную, яркую, красивую, да, победу отдает Никита Севера. Ну, это уникальный вообще, по-моему, случай, чтобы вот добивание из такой позиции, соответственно, именно оно стало причиной технического нокаута. Вот эти хаммерфисты. Действительно, позиция важнее приема. Вот сейчас бой установлен на 2 минуте 20 секунды. Никита принял решение взять позицию и в итоге выиграл. Одержал Никита Северов! Наше уважение ему и его оппоненту.